Ну, одна из розеточек маленьких. То есть, обычно мы розетку к потолку непосредственно приклеиваем, прикручиваем. Да. Допустим. В данном конкретном случае потолочная розетка будет на 5 сантиметров... Розеткой называют вот эти штуки. Если кто не понимает, то вот эта розетка. Вот так она выглядит. Да? Да. И потолочная розетка должна на 5 сантиметров быть... ниже потолка, для того, чтобы оставался просвет. И это будет вместо диффузора потолочная наша розетка. В нее точно так же будет монтироваться светильник, все со всеми делами, но он будет на дистанцерах, он будет на 5 сантиметров, на 5 или на 4, там уже будем считать уже сколько получается. Это элемент потолочного диффузора? Да. То есть теперь у нас потолочная розетка должна превратиться в потолочный диффузор воздушный. И, естественно, пришли к такому выводу, что сделать их из гипса, это будет очень тяжело. Да, мы можем их поставить на там, деревянную или любую другую основу, но это еще будет увеличенный вес. Поэтому, в принципе, на этот объект мы будем делать их из стеклопластика. Приблизительно, ну вот, фрагментальная часть. То есть, вот такая вот будет легкая конструкция, абсолютно ничего не весящая. Вот это тяжелая розетка, да, она это, из гипса, да, а это... она будет сделана из стеклопластика, то есть, она забивается стеклопластиком, делается абсолютно легкая, и тогда уже она будет прикрепляться, то есть, будет у нее основание в любом случае, но она не будет весить, и нам не нужно будет дополнительных усилий делать на потолке. Ну, вернее, усиления, конечно, закладные мы будем делать там, но уже не настолько мощные, потому что в сухом даже виде потолочная такая вот розетка, она у нас 800 диаметром где-то получается, даже больше. Ну, будет весить, наверное, килограмм 15 больше. Эта розеточка, она наборная, да? Да, ну, мы ее собираем из нескольких частей и пришли к выводу, что это самый оптимальный вариант. Конечно, потом она будет догоняться, доводиться до ума, и этих щелей, конечно, не будет, но это... Ну, потому что слишком тяжело поставить такую розетку. Ну, конечно, и отделывать ее еще тяжело будет, понятно. Чтобы нам не создавать проблемы для строителей, в данном конкретном случае мы будем делать именно их облегченные версии. Ну, скажем, как-то так. То есть, фактически, ты придумал вот такой интересный вентиляционный диффузор в проект Юрмальскую. Да, теперь уже это не только потолочная розетка, но еще и вентиляционный диффузор. Слышали мы много вариантов на эту тему, сейчас я сразу представляю, начнутся лететь кирпичи, что вот там, если поток будет идти грязный, потолки из-за него будут идти грязные, там, или еще что-нибудь в этом духе. Слышали, видели, понятное дело, не испытываем иллюзии, но вот в данном конкретном случае было принято решение вот так. Ну, грязное все можно почистить, почему бы нет? Ну, естественно, конечно. Если тем более там система фильтрации будет такая стоять. Может. Если кто-то мог придумать такую розетку, значит, кто-то сможет придумать, как это все почистить. Орнаменты тебе ничего не напоминают? Да, мы их как раз специально делали, учитывая нашу Юрмальскую резиденцию, наши вот радиусы, поэтому вот это действительно арт-декошная такая. То есть вот эти все радиусы, это понятно, что ты взял под стиль. Да. А вот мне внутренний рисуночек, это же чуть ли не герб Людовика. Нет? Никакого герба нету, это тоже элемент арт-деко, то есть он тоже вот наборная часть. Такая звездочка специфическая, она, кстати, напоминает нашу большую потолочную розетку, наши элементы, их очень много там будет, они все своеобразные, то есть у нас будем стараться сделать так, чтобы в каждом помещении и было имя собственное, ну, как-то так. Ну что ж, спасибо за коротенький ликбез, итак, ребята, встретимся уже на строительной площадке. И уже посмотрим, как вживую будет работать эта идея. Сейчас сделали такую небольшую затравочку. Во-первых, Алексей, как дизайнер, придумал эту идею. С Эдисом они вместе воплотили ее. А вот она на вашем столе в мастерской. Подсохнет, и поедем устанавливать уникальные диффузоры. Вот бьюсь от заклад, что вы таких диффузоров не видели. Только у Майкла Джексона и на нашем объекте. Друзья, ну что ж, спасибо, что досмотрели это видео до конца. И теперь коротенький опрос. О чем бы вы хотели услышать в следующем видео? Привожу примеры. Например, о том, как мы изготовим из каменной массы вот такие специальные плинтусы для санузла. И расскажем идею, которую придумал дизайнер Алексей. Либо об искусственном мраморе. И тот, и другой будет на нашем проекте. Просто мы колеблемся, какое бы видео вам понравилось больше. Здесь
в моих руках кусок искусственного мрамора, который изготовили в мастерской ребята, сделали это сами, он еще не в готовом состоянии. Итак, голосуйте в комментариях, о чем бы вы хотели увидеть следующее видео, нам будет очень приятно узнать. Спасибо, что досмотрели видео до конца, и не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы получать свежие видео гораздо быстрее, чем ваши соседи. Всем пока!